Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Голос Отечества». С вами Екатерина Сиренко. У нас сегодня в гостях Геннадий Семенович Чиурин, почетный полярник, руководитель учебного центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Екатеринбург, руководитель научно-методических программ учебно-оздоровительной экспедиции «Сибирский путь», действительный член Русского географического общества с 1984 года, участник длительных полевых экспедиционных исследований, участник полярной экспедиции на собачьих упряжках, автор пособий по вопросам личной и общественной безопасности. Вот такой огромный список достижений. Здравствуйте, Геннадий Семенович. Здравствуйте, Екатерина и Максим Нургалиевич. Здравствуйте. В одном из наших с вами предыдущих эфиров мы говорили на тему триалога. И вот сегодня мы поговорим о нем подробнее. И, наверное, для начала я бы хотела, чтобы мы так кратко, да, для наших зрителей немножко напомнили вообще, что такое триалог, вот как бы такую вот основу, да, а потом мы уже будем говорить детали, вот почему этот вот триалог должен быть успешным и как его сделать успешным. Вот расскажите вот хотя бы так кратко про триалог, что это такое? Всем известен диалог, в котором сходятся два мнения, и в процессе диалога, в процессе дискуссии выявляется лучшее из предложенных. А, соответственно, проигравший признает свое поражение и в лучшем случае становится помощником победителя. Нередко даже в энциклопедических справочниках мы видим понятие триалога как беседа трех и более людей, разновидность диалога. Это принципиальное искажение. Триалог – это беседа трех и более людей, имеющих по поводу разрешения проблемы взаимоисключающие точки зрения, в которых не может быть даже какое-то, не то что синтеза на каком-то поле очень узком, даже точек соприкосновения быть не может. Вот как длинное, горячее и твердое, они нигде не могут иметь даже точек соприкосновения, так же и взаимоисключающие мнения должны быть сходиться. А для чего триалог нужен? Когда сходятся люди со взаимоисключающими точками зрения, они не могут ни одно из предложений принять за основу, потому что остальные будут дружить против человека, который себя начинает выставлять как диктатора. И поэтому, убедившись в бесперспективности поиска точек соприкосновения на предложенных вариантах, трое выходят из плоскостного режима обсуждения, буквально к Отцу Небесному приходят, и к ним сверху приходит новое, четвертое предложение, ранее не существовавшее вообще. И они, потрясенные этим новым, отказываются все трое от своих первичных предложений и объединяются вокруг только что родившегося творческого решения, потому что каждый считает его своим. И вот в этом и есть единство нашего многонационального, многоконфессионального и многоосновного сообщества. Бог любит Троицу. Мы любим повторять этот говорится, фрейм речевой, не вдумываясь в подробности. А это как раз секрет взаимопонимания при взаимоисключающих точках зрения. Вот что такое триалог. Вот есть вот такая вот фраза «сообрази на троих». Это вот отсюда вот она пошла? Именно. Из спиртоводочной традиции, которая, к счастью, ушла в прошлое, в 20 веке, соображали на троих. Причем не просто водку пьянствовали, простите за жаргон, соображали. Потому что я даже могу привести печальную статистику. 90% летальных исходов криминального характера – это примитивные пьяные драки. Так вот, из них 90%, когда вот еще советская статистика, когда сели пить водку вдвоем, тогда люди хватаются за кухонные ножи. Простите, я сразу о темном. Если же третий, то он демпфирует
И он не между ними, как в суде, не посредник. Диалог в присутствии посредника – это тоже бесперспективно. Трое равных должно сойтись, и тогда возникает творческое решение. Это по поводу примитивных кухонных разборок. В научных кругах я достаточно долго работал в системе Академии наук. Люди, уже доросшие до академического уровня, годами и десятилетиями не встречаются друг с другом. Учеников своих не пускают в другие школы, потому что когда-то, еще обучаясь в аспирантуре, они вдвоем решили разрешить свои противоречия, поругались, и потом уже за пенсионный возраст, а обиды за ту молодежную ссору все еще остались, потому что хотели решить на диалоге. А вот на триалоге-то как раз и необходимо решать подобные вопросы. И триалог, это при грамотном его проведении, это источник творчества. Вот что такое, по моему понятию, триалог. Вот ту вот схему, которую вы описали вот по триалогу, да, как участники этого триалога предлагают свои решения, вот очень похоже на схему мозгового штурма, да, когда есть определенная проблема, садятся участники и начинают выдавать какие-то варианты, да, и из этого варианта выходит какой-то все-таки итоговый общий вариант, над которым они все проработали. Вот это вот, как бы вы провели аналогию вот с этим или нет, или это что-то другое? Значит, мозговой штурм – это часть организационно-деятельностных игр, которые очень были популярны в 70-х, 80-х годах прошлого столетия. Но мозговой штурм – это первый уровень, самый простой. Всего 6 уровней проведения игр, как раз по триалистической системе. И мозговой штурм, когда собираются все и начинают, не дожидаясь очереди, просто выдавать свои идеи. И эти идеи фиксируются. И никакой критики, никакого обсуждения на этом этапе, значит, не должно быть. Это просто сбор идей. Сейчас, к сожалению, эта система организационных игр забыта, и все игры, всех 6 уровней, называют именем мозгового штурма. Это, я подчеркиваю, всего лишь первый, самый простой уровень из 6 имеющихся. Сбор информации, более ничего. Сбор информации и предложений — мозговой штурм. А вот далее начинается еще 5 уровней, на которых уже и работает триалог. Ну вот эти все 5 уровней, они как раз включены, да, вот в эти все условия, которые необходимы для успешного триалога. Значит, вот как раз для того, чтобы вот эти все, при необходимости, все 5 уровней сработали, вот и существуют вот эти мною предлагаемые 25 условий, при которых возможно достижение, нахождение истины, возможно принятие совместного, единогласного, сознательного решения. Я на последнем моменте делаю акцент, потому что просто присоединиться к большинству, не понимая, это очень опасно. Решение может быть верным, а мы живем на севере. Внешние обстоятельства, вплоть до климата, географии, они могут меняться резко. И вчера принятое решение, а нередко час назад принятое решение, становится неверным. И если кто-то был заголосован, так сказать, меньшинство должно подчиняться большинству, это меньшинство начнет права качать. А я же говорил, и здесь уже начнется война неизбежная. А вот когда все приняли единогласно, сознательно, то значит ошиблись все. Обижаться не на кого. Ошибка превращается в горький опыт, самый ценный. И люди продолжают работать дальше. Они снова собираются в круг триалистический, снова принимают новое решение. Даже ошибочные решения триалога не приводят к разрыву группы. Вот это принципиальный момент. Ну вот мы так плавно подошли вот к тем, скажем так, критериям, которые необходимы для успешного триалога.
И получается, вот как бы первый самый критерий, да, который это все три стороны изначально признаются абсолютно равными. Да. Дискуссия начинается. И самое главное, что морально, внутренне, каждая из трех сторон готова будет отказаться от своего первичного решения, если вдруг родится новое, превышающее по качеству его первичное. Этот момент гордыни, момент смирения очень важен. Люди должны быть готовы к своему будущему смирению. Потому что первичное предложение – это всего лишь мое мнение. А у моих оппонентов есть сомнения. Заметьте, не отрицание моего мнения, у них есть свое мнение. Я уважаю их мнение. И когда несколько сомнений сходятся, тогда и рождается нечто ранее несуществовавшее. А можно ли сказать, что вот эти все три участника, которые вот участвуют в этом триалоге, они должны быть заинтересованы в решении вот этого вопроса, да? То есть они все трое должны быть заинтересованы? Это принципиально. Вот почему этот триалог практически отсутствует на Западе и на Востоке, которые работают на диалоге? Условно говоря, три путника где-то в Южном Китае вечером решили переночевать. Решили, что надо строить укрытие. И поскольку у каждого свое представление об этом будущем укрытии, каждый начинает свой вариант предлагать. И если они видят, что эти варианты взаимоисключающие, то в том самом Южном Китае при хорошей погоде они соглашаются, что нам не надо спорить, не надо ссориться на пустом месте. Давайте просто ляжем на тепленькую землю, выспимся до утра, а утречком снова дружно пойдем дальше. При хорошем климате южном это возможно. А мы живем на севере. И здесь самый элементарный мороз, дождь и снег, они все равно заставят людей искать решение этого вопроса. Укрытие строить надо. Потому что если они не построят укрытие, они замерзнут все. И это не только по поводу похода на природе. В социуме все то же самое еще в более обостренном виде проявляется. И в истории нашей, именно нашей страны, имеет такие жесточайшие примеры, когда не смогли договориться, но и в то же время потрясающе светлые моменты, когда именно на триалоге взаимно несогласные стороны смогли найти решение, и мы в истории, потом это в истории через много веков и тысячелетий, эти события мы отмечаем даже как праздники, когда наши предки смогли в свое время договориться. Ну вот очень интересно, на самом деле, у нас не делается акцент вот на том, каким образом смогли договориться, да, то есть что это был диалог или триалог. И чтобы это было видно, что вот именно в данном случае именно эти критерии способствовали успешному достижению как раз вот этих целей. Причина банальна. На протяжении практически полутора веков диалектический материализм был основой всех философско-мировоззренческих признаваемых понятий. Да. Основоположник диалектики Гегель говорил, что люди без войны гниют, и война является естественным состоянием человеческого общества. А смысл жизни в борьбе. Это мы постоянно цитировали Карла Маркса. Да-да. И вот эти вот понятия диалога, они настолько въелись в сознание, настолько это гвозди в наши мозги все вбиты, что очень трудно людей убедить в необходимости перехода с диалога на триалог. Ну вот такое нам время досталось. Наши предки тоже переживали это и тоже вот этот барьер преодолевали. И вот на этом мы сейчас и учимся. Учимся у наших предков переходить с диалога на триалог.
Ну вот следующий пункт такой, да, дискуссия начинается исключительно после сбора всех участников. Вот насколько это важно, вот почему и почему это должно быть именно так? Дело в том, что как раз если работают на диалоге, то можно подходить, можно уходить. По-английски можно входить и можно уходить, не прощаясь. Это никак не влияет на диалог двух главных оппонентов. Три и более человек, когда садятся в круг, это замкнутое пространство. И если кто-то входит после уже начала дискуссии, круг разрывается. Это все равно, что в надутый шарик попытаться, раскрыв стеночку, войти. Если подводная лодка загрузилась под воду, туда уже не проникнешь. Разве что только с использованием специального какого-то снаряжения. А уж на самолет взлетевший вы точно не сможете подсесть. И выйти, прости господи, из самолета в полете вы тоже не сможете. Вы гарантированно погибнете сами, и сам самолет не выживет после того, как вы выйдете из него. Вот это принципиальный момент. Круг – замкнутая структура. Вот вы сказали три и более участников. А есть какая-то кратность вот именно этим участникам или вообще просто три и более и все? То есть когда больше трех, тогда уже, значит, уже триалог. Вот, значит, речь идет о том, что вот если в так называемых одноосновных странах, это я ссылаюсь на Николая Яковлевича Данилевского, на его книгу «Россия и Европа», 1870 год издания. Следующее переиздание массово было в 1994 году. 120 лет с этой работой знакомы были только специалисты. А написано как будто вчера. Так вот, речь о том, что так называемые одноосновные страны, где 90-95% населения думают и действуют одинаково. И там монарх, лидер, принял решение в интересах своей семьи, и все дружно его поддержали. Он даже ни с кем не советовался, он знал, что ментальность одна, его поддержат все. Россия – страна восьмиосновная. Это означает, что каждая идея имеет шанс быть поддержанной только каждым восьмым участником нашего сообщества. На каждый вопрос в России есть не меньше восьми взаимоисключающих правильных ответов. Я подчеркиваю, правильные, они для каждой ментальности правильные. Вот. И поэтому вот западный парламент, 400 человек, он может принять решение работоспособное. Почему Государственная Дума за всю историю своего существования, 30-летний последний, и дореволюционная Дума пыталась что-то решить, и закончилась эта революция, как ни печально. Ни одного работоспособного решения за всю историю существования Государственной Думы нашей принято не было. Ни одного, я подчеркиваю. 400 человек в России не договорятся. Максимальное количество людей, собравшихся вместе и способных принять работоспособное решение, это 9. Не 10, а 9 именно. Это тоже принципиально. Ну, то есть кратное 3. Кратное 3. Не только. 3, 5, 7, 9. Обязательно нечетное. Не меньше 3, не более 9. Обязательно нечетное. 3, 5, 7, 9. Любое решение в России, принятое в присутствии другого количества людей, неработоспособно по факту своего существования. Я уже лет 15 на своих тренингах задаю вот эту тему и говорю, вот если у вас где-то какой-то проект годами не решается, не разрешается, деньги сгорают, люди приходят, работают, выгорают, увольняются – посмотрите, сколько человек присутствовало, ну, когда это решение принималось. Как правило, протоколы производственных совещаний, они все равно хранятся. Если там присутствовали люди, не обязательно они там говорили, не говорили, просто присутствовали. Кто-то пришел со своим секретарем, который просто записывал, стенографировал, если он присутствовал. Если выпадает за пределы 3, 5, 7, 9, смело закрывайте этот проект.
Он не работоспособен с момента зарождения. Очень часто мне говорят, да ну, да не может быть, да мы сейчас-то вам докажем. Я говорю, посмотрите на протоколы свои, покажите мне факт принятия совместного решения. Я подчеркиваю, совместное решение. Это не то, когда, допустим, начальник собирает совещание, чтобы огласить уже принятое решение. Такие совещания тоже бывают. Когда все согласились с начальником, и это не проблема. А вот когда совместное решение было принято. Так вот, грозятся привести за 15 лет, никто ни разу мне не принес такое опровержение. Увы. И тонкость такая, что если собираются большее число, а вот легендарная Новгородская Веча, слышали про него много, что вот они принимали работоспособное решение. А как? А вот структуру Веча никто не предлагает. У меня есть свой вариант. Это я не берестяные грамоты нашел, я просто вычислил это. Методика, с помощью методики, которую нам коренные северные народы подарили. Так вот там, если больше девяти собирают, то надо пользоваться так называемой волосной девятиричной триалистической системой самоорганизации. Это отдельная тема. Вот. И там как раз возможно, когда большая толпа, соорганизовавшись по девятиричной структуре, она может прийти к сознательному решению. По моим данным, Минин и Пожарский в Ярославле в 1612 году именно по такой системе собрали русских князей, которые до того 50 лет воевали друг с другом. Позвали татарских казанских ханов, которые были смертельно обижены после пожара Казани. Собрали всех и в Медвежьем лагу в Ярославле, рядом с Ярославским Кремлем, они выстроили дружины, вчера воевавшие друг с другом, и договорились. И мы сейчас этот день отмечаем как День народного единства. Говорят, что это освобождение Москвы от поляков. Нет, оно было на 3 дня позже. А это был день, когда они договорились, вчера воевавшие друг с другом. Вот, забегая, может быть, вперед, вот это исторический факт. И это день Казанской Божьей Матери, 4 ноября, у нас главный государственный праздник. День народного единства. А как тогда получается в нашей Государственной Думе? Вот если вот, как вот по вашей теории, что они не могут договориться, получается, им нужно вот по вот этой девятиричной системе организовываться в Государственной Думе, чтобы принимать вот именно решения, которые будут именно работать на наш народ, на наших граждан. Именно так. Но когда я просто так предлагаю, здесь начинается когнитивный диссонанс. Ну, напомню для тех, кто не знает, что это такое, такое иноземное понятие. В психологии написан, если человек очень долго ищет ответ на какой-то вопрос, не может найти, мучается, потому что он дальше жить не может без ответа на этот вопрос. И вдруг ответ к нему приходит. Но мы вспоминаем фразу, которую приписывают Эйнштейну, что проблема не может быть решена в том пространстве, в котором она возникла. Для решения надо выйти в другое пространство. И когда приходит ответ из другого пространства, нарушается правило трансляции информации, максимальный процент новизны превышается, и у человека возникает внутренний протест. Он не может вместить новую информацию. И чем лучше человек понимает правдивость новой информации, долгожданной, тем больше у него внутренний протест. Вот классический пример, сказочно-поэтический, у Пушкина Александра Сергеевича. «Ах ты, мерзкое стекло, это врешь ты мне назло». Помните? И когда зеркало и правду сказала, что с зеркалом было? Зеркало разлетелось вдребезги. Вот это надо тоже учитывать. И поэтому вот
Есть эта схема, но если ее вот так вот взять, выйти на трибуну Государственной Думы и сказать об этом, 400 человек, почти все кинут что-нибудь тяжелое, кроме шуток. И это тоже надо учитывать. Ну, то есть мы говорим о том, что вот то, что что-то новое вводится, да, и если, например, процент этой новизны, вот как вот вы выразились, он превышает там определенную норму, то люди просто это сразу начинают отторгать. Вот как вот это вот можно привести примеры с какими-то вот сейчас закон о валюте, не криптовалюту, вот сейчас из головы вылетело, а цифровой валюте, закон о цифровой валюте, который сейчас так достаточно серьезно отторгается многими, потому что это, ну, это что-то такое новое, абсолютно новое, непонятное для людей, и они это просто отторгают, не разбираясь в особенностях, да, для чего, почему и как. То есть я не говорю о том, что на самом деле какая вот подоплека под этим, да, но я говорю вообще о самом принципе. Вот, да, то есть это вот об этом речь. Да, просто авторы этого предложения... Я не вдаваясь в подробности вот этого предложения, я не специалист в той части, просто они не знают правила трансляции информации, они превысили процент новизны и получили бурные протесты. Если бы они знали это, они бы тоже воспользовались тоже методиками, есть особые методики, опять же, которые позволяют аудиторию, и тем более собеседника, подготовить к восприятию новой информации. Это является частью учебного плана. А людей не обучают и сразу им выдают. Дарят автомобиль, не спрашивая, он умеет водить автомобиль. Он, конечно, радуется, садится за руль и каков итог, не дай бог. Людей надо обучать этим методикам, нашим древнеславянским методикам, триалистическим. Они все обучены работать на диалоге. Когда люди одной ментальности просто в диалоге определяют, кто из них более квалифицирован в данном вопросе, и более квалифицированного отдают власть. А когда разная ментальность, как длинная, горячая и твердая, я к этому образу вот снова возвращаюсь, там невозможно определить главного и не главного. Каждый считает себя главным. И чем кончается? Хватит спорить, давай подеремся, потому что мороз крепчает. Да-да. Именно поэтому мы сейчас имеем печальные взаимоотношения с нашими братьями-украинцами. Увы, это так. Но я думаю, мы найдем общий язык. Минин и Пожарский нашли, и татаро-монгольское иго, пресловутое примитивное, навсегда оставлено в прошлом. Сейчас на очереди подобное же нашими братьями-украинцами. Ну вот к вопросу о том, что мы найдем общий язык, да, вот у нас здесь комментарий как раз в чате есть, Георгий Юрьевич пишет, что очень проецируется на сегодняшнюю мировую ситуацию Путин как лидер антиколониальной борьбы, как раз идет триалог. Ну, дальше у меня тут вот не видно этот вот комментарий, вот только вот этот. Ну, вот об этом речь, о том, что как раз Путин и, наверное, пользуется вот этой как раз системой и пытается ее внедрить каким-то образом. Я не фанат Путина, и в Кремль я доступа не имею, но я наблюдаю деятельность нашего президента. Два его самых первых на старте его политической деятельности в начале нулевых годов решения, указы, которые противоречили Конституции, но соответствовали древнеславянскому покону. И меня это позитивно насторожило. Не я один такой умный. Оказывается, в окружении Путина тоже люди есть, понимающие древнеславянские принципы. Поэтому я вижу, как постепенно с соблюдением правил трансляции информации идет процесс. Но болезнь слишком тяжела, ей 4000 лет, и одной таблеткой такое не лечится. Более того,
начало излечения от хронической болезни сопровождается еще и, как известно, рецидивом, то есть обострением болезни, что мы и наблюдаем. Вот. Так что есть ведь еще пример, более близкий, чем 400-летняя история Минина и Пожарского. Сталин, когда мы разошлись во мнениях с нашими ближайшими братьями немцами, он по триалистической системе вчерашних врагов собрал. Ведь и СССР, и Соединенные Штаты, и Англия друг с другом воевали неоднократно еще в 20 веке. И он смог собрать вчерашних врагов для того, чтобы брата неразумного усмирить. Да, пришлось брата очень жестко усмирять. И была коалиция создана из вчерашних врагов. Сначала в Тегеране они на троих сообразили, потом в Ялте и последнюю точку поставили в Потсдаме. А потом, когда разошлись на диалог, ну вот что получилось, то получилось. Но вот это вот решение Сталина, оно как раз было основано на том самом принципе славянского древнего триалога. А как вы то считаете, что вот этому триалогу необходимо обучать с какого возраста, с какого момента? Вот если вот у нас сейчас это, скажем так, это знание ну, забылось, да, не знаю, заболталось, спряталось, там, как еще можно это обозвать? Что делать, чтобы это вернуть, вот эти вот знания? А вот, как говорится, можно многократно ругать уходящий Советский Союз, но я помню свое детство, комсомольскую юность. Я в то время уже активно работал в комсомольских организациях. Если кто-то помнит октябрятские звездочки, они состояли из пятерок. Это не случайно. Не четверки, не шестерки, а именно пятерки. Пятерка это и есть. Тоже 3, 5, 7, 9. Вот там уже зарождалось это. И вот если мы еще прямо с детства будем сажать людей в круг, а если они не могут сесть в круг, ну потому что это все-таки нужно осмысление, то прямо только человек научился ходить, его уже можно поставить в хоровод круговой, где через движение, через ощущение тела уже начнут просыпаться вот эти вот триалистические методики общения. На уровне генетической памяти произойдет просыпание. Вот важность хороводов. Вот мы с недавнего времени очень тесно работаем с Вероникой Гаврилёнок, это специалист по хороводам из Белоруссии. Ну а мы хороводы на наших занятиях применяем уже 20 лет. Как первичный, так сказать, телесный вариант вхождения в круг. Тогда в круг становится в танце, а потом круг автоматически воспроизводится уже и при организации дискуссии. Вот это тоже принципиальный момент. Геннадий Семенович, а можете вы поподробнее рассказать о тех указах, которые вы упомянули, которые были приняты президентом, да, которые соответствовали именно вот этому этой системе триалога? Ну, вспомним. Конституция 90-х годов предусматривала прямые выборы губернаторов. И на местах криминальные лидеры, паханы, имеющие деньги, организовывали выборы в своих интересах, и где кто, где как говорится, кто подкупал избирателей, ну, известное, есть даже выражение, не важно, кто как голосует, важно, кто как подсчитывает. И многие паханы стали губернаторами. А все-таки роль государя, самодержца, в том и заключается, что он должен контролировать этот процесс. И поэтому указ был о выборах губернатора, но кандидатов на выборы предлагал президент. Казалось бы, это грубейшее нарушение Конституции. Под импичмент немедленно
такого президента по тому же, по той же конституции, а народ это принял как долгожданное. Проснулась генетическая славянская память. И люди приняли это предложение. И все губернаторы стали контролируемы государем. Здесь Путин сыграл роль самодержца. Второй указ. Когда были учреждены федеральные округа. Да-да, в Конституции этого не было. И такое самовольное решение президента о том, чтобы перекроить, так сказать, государственное устройство Российской Федерации. Власти президента этого было недостаточно. Он, тем не менее, указом взял и учредил. И указ этот заработал с момента опубликования. Он противоречил Конституции, но работает с момента опубликования. И количество федеральных округов соответствует древнеславянскому покону. Их 7. Сразу скажу, которые люди знают арифметику, сейчас посчитают, быстро начнут возражать. Северокавказский федеральный округ, он не входит в это число. Он подчиняется непосредственно президенту. Надо вспомнить, что начало 90-х годов Северный Кавказ – это зона боевых действий была. Это непосредственное прямое подчинение президенту. А как общественно-хозяйственные единицы? 7 федеральных округов. Собираются 7 генерал-губернаторов, постпредов президента, которые, опять же, назначает президент. Президент 8-й. Приглашают специалиста по какому-нибудь вопросу, вдевятером садятся в круг, обсуждают только один вопрос, я подчеркиваю, только один вопрос надо обсуждать, если мы надеемся принять работоспособное решение. Никаких вторых и третьих вопросов при обсуждении быть не должно. Кстати, Организация Объединенных Наций имеет этот принцип, заложены еще Сталиным. Да-да. И вот интересный момент был, когда Крым стал нашим, его объявили федеральным округом тоже. И нарушилось вот это поконное равновесие. Это было для меня, как специалиста, было тревожно. Но ровно через 2 года Крым включили в состав Южного федерального округа и восстановили вот это девятеричное равновесие. Да-да. Кто-то этого дела не заметил, а специалисты это очень четко и ясно отследили. Я не знаю, кто принимает эти решения, но у нас государство-самодержец отвечает за все. Я одобряю это решение, потому что оно соответствует нашей древней, хорошо забытой традиции. Ну вот, если вернуться, например, к участникам, да, вот мы начали с того, немножко я так вас увела в сторону от основных, скажем так, вопросов, по которым мы шли. И вот тут есть такое правило. В случае позднего прибытия кого-либо из необходимых участников, его статус докладчик-наблюдатель определяется исключительно при единогласном согласии всех остальных, пришедших вовремя. Что это значит? То есть... Если кто-то позже приходит, то есть его статус каким-то образом, они все или как? Если человек пришел позже, ну мало ли чего. Во-первых, он должен по нашей же традиции принести извинения. Причем не просто «простите меня». «Простите меня» – это просто, ну что называется, «прости и отпусти». Слово «извинение» – оно очень энергоемко. При извинении человек проговаривает свою вину. И если круг этот принимает эти извинения, то его можно включить. Но тогда весь процесс начнется сначала. То есть все, что было до того, до его прихода, объявляется несуществующим. Процесс начинается сначала. И если говорить точно по процедуре, чтобы быстро выяснить единогласие, устраивается тайное голосование.
Устраивается тайное голосование. И если хотя бы один голос против включения этого опоздавшего, его не включают. А если без него невозможно, так сказать, обсуждение задачи, ну, объявляется сбор неудавшимся. Тот, кто собирал, приносит извинения. Расходимся, на следующий день сходимся снова. Это более продуктивно. И тогда опоздавший понимает свою ответственность, потому что он своим опозданием сорвал работу остальных участников. И на следующий день он уже никогда не опоздает. Ну и другие, наверное, тоже не опоздают, потому что они Разумеется. Понимают. Они поймут вот на этой процедуре, насколько это важно. Насколько это важно. Это именно, я подчеркиваю, если начальник собирает людей для того, чтобы объявить об уже принятом решении, и типа того, что вы теперь за мое уже принятое решение, проголосуйте. Это одно. Если сам начальник не знает оптимального выхода, он собирает всех в круг, и в кругу рождается принципиально новое. Это именно процедура рождения ранее несуществовавшего. Это принципиально. Вот на что. Вот к чему, как говорится, мы идем. Начальник не может всегда знать всей полноты информации. Само событие для начальника может быть неожиданным. Поэтому грамотный начальник не давит своим авторитетом, когда сам ничего не понимает. Он просто по-казачьи собирает всех в круг и говорит: «Браты, не знаю, что робить, давай думку думать будем». И запускается круг, и рождается решение. И сам атаман в казачьей кругу традиции, он собирает круг, но садится в нем равным. Пока существует круг, атамана не существует. Это принципиально. В кругу равны все, без исключения. Ну, мы эту еще тему немножко попозже там дальше обсудим. Да, вот сейчас как раз у нас есть вопрос в чате. А что эффективнее? 7 федеральных округов или 33 земства, или земства 33 губернии? Вот. Конечно же, 7 федеральных округов. Тогда просто земства, если их 33, они объединяются в группы по 3, 5, 7, 9. Понимаете? Эти группы принимают единогласное сознательное решение и вручают это решение лидеру, которого тоже единогласно избирают. Эти лидеры, выдвинувшиеся, собираются в верхний круг, верхние круги по принципу 3, 5, 7, 9. И тогда уже принимается окончательное решение. Вот это как раз и есть волостная девятиличная система. И она может быть реализована, забегая, может быть, далеко вперед, прямо на общефедеральном, общероссийском уровне. Ну, эту схему, может быть, не сейчас, может быть, чуть позже обсудим. Она у меня есть даже представлена там. Вот это. Да, но попозже. Мы потом, попозже, да, то есть это не тема сегодняшнего эфира, да, сегодняшний у нас эфир, это вот именно нам разобрать какие-то вот такие именно секреты, важные моменты для триалога, чтобы вот понимание было, чтобы все-таки, если мы говорим о возрождении вот нашей культуры все-таки, вот этой древней, четырехтысячелетней давности, которую забыли, ну, если мы хотим это вернуть, нам нужно разобраться все-таки в особенностях ее. Да. И вот так остановимся тогда. Вот вы уже просто говорили о том, что к рассмотрению предлагается обязательно только одна тема, да, стол для переговоров круглый. Вот давайте вот на этом поподробнее остановимся. Вот почему именно так? Вот сейчас на конференциях и на форумах постоянно организуются так называемые круглые столы. Круглый стол. Приходим в зал. Сцена, стол президиума, трибуна.
А где круглый стол? А это мы просто так условно называем. Это же аллегория. Извините. Обязательно нужен круглый стол. Овальный стол уже овальный стол не обеспечивает полное равенство. За овальным столом кто-то сидит все равно во главе стола. Обязательно круглый стол. И принципиальный момент, в центре стола должен быть живой огонь. Да-да. Сейчас это натыкается на категорический запрет пожарных служб на разведение огня. А вот, пожалуйста, там имитация огня, знаете, такие есть лампочки мерцающие. Нет, нужен живой огонь. Свеча. Либо 3, 5, 7, 9 свечей в центре. В полевых условиях. Что дает эта свеча? Значит, люди приходят, особенно когда каждый имеет свое мнение, а может быть в перевозбужденном состоянии находится человек, и у него темные энергии, ну, как говорится, бушуют. Это естественно. Человек не... Только Христос был, как говорится, безгрешен. Все мы остальные, ну, в бесконечном приближении к этому состоянию. И вот когда отсутствует огонь, темные эмоции выплескиваются, начинают метаться по этому пространству круговому, и они начинают перемножаться. И поссориться, поле уже готово. Если же в центре огонь, темные эмоции доходят до огня и сгорают в нем. Да? А светлые эмоции огнем умножаются. И поэтому, когда грамотно организованный круг прошел, а потом люди расходятся и говорят, удивительно. И к организаторам этого стола говорят, как вы смогли найти таких светлых людей и собрать их вместе? Вы их очень давно искали? Нет, мы просто всех... Все, кто пришли, посадили, но огонь поставили в центре. И, понимаете, что получается? Темные эмоции сгорели, светлые умножились. Более того, интересный момент происходит. Темные эмоции, которые удаляются из тела человека, они уходят через спину, за пределы круга. И если кто-то стоит во втором кругу, часто бывает такое, что вот люди собрались, и кто-то просто подходит и стоит за спиной. Он стоит в потоке темной энергии. И потом, какое у него мнение? Был я там, видел. У меня такое тягостное чувство, ощущение было от всего происходящего. Понимаете, почему у него такие ощущения? Потому что он стоял во втором кругу. Ну вот смотрите, свеча, например, вот вы сказали, если не одна, да, то 3, 5, 7, они тоже должны стоять в центре? Или они должны стоять где-то там в центре? Обязательно. Все в центре. Да, вот это огонь, он в центре. Значит, ну, либо одна большая свеча, либо несколько, но тоже вот обязательно нечетная. 3, 5, 7, 9 свечей. То есть здесь присутствует принцип равноудаленности вот от этого объекта до каждого участника. Да, это тоже принципиально. Ну вот, а тема одна обсуждается. А почему? Потому что именно все участники заинтересованы именно в этой теме, да, и что если, например, какая-то будет обсуждаться другая тема, то, возможно, какие-то из участников будут, ну, не настолько заинтересованы вот в этом вопросе. А вот... Обратите внимание, если идет конференция и там доклады, кто-то докладывает, все остальные докладчики слушают докладчика? Нет. Они полностью погружены в подготовку своего доклада. Полностью. И если вдруг докладчику возникают естественные вопросы, то все другие докладчики воспринимают этих авторов вопроса как своих врагов, потому что они нарушают регламент и, что называется, воруют время. У меня такого
что называется, светлого, горячо любимого. Часто на конференции докладчики приходят только на свой доклад. Обращали внимание? Прямо. У человека третий доклад по графику, как говорится, по 10 минут давали на доклады. Ровно через 30 минут он такой красивый, все знающий, приходит, выдает гениальный доклад и уходит, гордо виляя хвостом, прости господи. Никто никого не слышит, если обсуждается больше одного вопроса. Ну, тогда получается эффективность вот этих мероприятий, как форумы какие-то, она получается ничтожна, вот если вот она не соответствует вот этой теории. Так вот, речь идет о том, что когда люди собираются на форум, а ждут от него научно-практической конференции. Научно-практическая конференция собирает специалистов по какому-то узкому вопросу, и они там обсуждают, и там возможны и доклады длинные, и все прочее. Форум, вот как мы Ливадию проводим, как «Голос Отечества» проходит, мы собираем всех без исключения людей, которые имеют дерзость что-то сказать на тему спасения Отечества. И мы выслушиваем всех. Но люди, которые воспринимают форум как конференцию, потом подходят к организаторам: а этого идиота вы зачем сюда позвали? Он ведь совсем из другой области. Так мы его потому и позвали, что он из другой области. Потому что если мы его не позовем, решение примем и будем навязывать всей державе это решение, он начнет с нами воевать. И вот это вот сейчас только что вот я был участником форума «Народное образование». Какая метель истеричная поднялась еще за 10 дней до начала форума. Многие серьезные люди отказались туда ехать. Вы кого туда позвали? Да этому человеку нельзя давать трибуну всероссийскую. Они восприняли это как научно-практическую конференцию. А это был именно форум. Но там на форуме все равно это... Жажда превратить форум в конференцию приводила к тому, что люди выходили из зала в знак протеста. Увы, это состоялось. Но все равно по критерию устойчивости 3/4 событий на этом форуме все-таки выдержало режим форума, и все проявилось как надо. Каждый успел сказать свое слово. Вот это принципиально. И в этом, как говорится, и секрет вот этого самого форума. А может быть, вот именно нюанс вот этого вот форума, о котором вы говорите, как бы в секрете новизны информации, может быть, именно та новизна, которая должна была быть представлена, она превышала определенный порог, да, вот как раз вот в этих правилах, да, триалога есть как раз 15%, которые не должны быть превышены именно новизны информации, а там как раз, может быть, ну, было больше, и поэтому вот у людей появилось отторжение. Совершенно верно. Именно это, что люди, искренне желая быть услышанным, они не были обучены правилам трансляции информации, и поэтому искреннее свое желание, когда вот я, говорит, за 3 часа все рассказал, а мне дали 3 минуты. Да, и за эти 3 минуты надо высказать. Причем вычислить вначале надо степень погружения аудитории в эту задачу, которую вы ставите. И сказать с соблюдением правил трансляции информации, да еще и на языке аудитории. Русских языков-то как минимум 8. Одно и то же слово в каждой основе по Данилевскому Николая Яковлевича имеет разные смыслы. Вот этого люди искренне не понимают. Это не вина, это беда, потому что
много десятилетий, даже столетий нас заставляли жить по-европейски, по структуре одноосновной. Да, да, нет, нет, все остальное от лукавого. А у нас букет гораздо богаче, чем в Европе. Букет мнений. И вот сейчас идет процесс. Да-да-да. Угу. Непростая задача, я так бы сразу бы сказала. О. Да, и вернувшись вот к тому, вот, то, что вы сказали, там, длительность выступления, вот у вас в одном из правил не более 4 минут. А можно ли за 4 да? минуты что-то вот высказать? А можно или нельзя, это должен решать докладчик, потому что именно 4 минуты – это среднестатистическое, высчитанное, как говорится, время восприятия монолога. Слушатель запоминает, ну, правда, там от психотипа человека зависит, либо первые 4 минуты длительного доклада, либо последние 4 минуты. Доклада запоминают люди. А все, что было между, полностью с памяти не остается. Это надо просто понимать. И если вы выдаете что-то, какую-то принципиально новую информацию, то надо работать дискретно, 3-4 минутками. Это тоже своеобразное искусство. Кстати, педагоги, которые десятилетиями работают в школе и не выгорают, они как раз, если посмотреть, они не 40 минут урока монотонно говорят, они работают дискретно, 3-4 минутками. Они не знают правил трансляции информации, но они просто интуитивно пришли к этому. Ну, у них генетическая память предков проснулась, они эту методику поймали, и поэтому они десятилетиями в школе работают, они видят, что ученики воспринимают ими сказанное, и поэтому процесса профессионального выгорания не происходит. Но это интуитивное нахождение. А этому надо просто обучать. Человек, в конце концов, севший за руль после нескольких аварий, он, может быть, и научится ездить. Но через разбитые автомобили... И через бешеные финансовые издержки, а может быть просто его вначале научить. Собственно, так и делается. Но опять же, процесс обучения должен быть особым. Ну, те, кто за рулем, вспомните процесс хорошего обучения. Есть, конечно, краткие курсы, 3-4-дневные, но какие водители выходят от этого? А когда серьезно автошкола подходит, когда автошкола имеет моральную ответственность за своих выпускников, оттуда выходят очень квалифицированные водители. Понимаете, о чем речь идет? Ну да, шаг за шагом обучение, да, то есть вот на какие-то небольшие основы, потом на эти основы еще там и еще. То есть у нас ведь также и наше, в принципе, обучение советское было построено, какие-то основы начальные, потом побольше, посложнее, посложнее. Не то, что сейчас, да, не будем сравнивать уже эту тему вообще других эфиров. Ну вот, да, это было так построено, согласна с вами. Ну вот, вот как сейчас, как говорится, если вы про печальные упомянули, онлайн-обучение, оно предполагает, что вся информация есть готовая, и, пожалуйста, черпай ее с любого уровня. И мне арифметика не интересна, давай мне сразу геометрию Лобачевского, мне завтра на Марс лететь надо. Вот такое отношение зачастую. И в интернете есть все. И человек сразу за геометрию Лобачевского хватается, ничего там не понимает, а бред там какой-то. И у него на всю жизнь отвращение ко всему разделу математики. Надо начинать с арифметики. И да, тогда надо начинать с основ. Да. И вот мы как раз говорим об основах наших. Опять возвращаемся. Если они забыты 4000 лет тому назад, они живут в генетической памяти, и обучение
Образование – это ведь не информация, закачанная в изначально пустые мозги ученика. Это образ. Смысл, термин образование – это формирование образа Отца Небесного, Творца. Вот что такое образование. И в этом смысле образовательная услуга – это просто даже критиковать не хочется. Такого быть не может. Услуга – это когда предоставляешь человеку что-то готовое. Образ Отца Небесного в готовом виде человека не вместится. Человек должен сам сделать шаг к Отцу Небесному. Вот что такое образование. Ну, давайте тогда вот более глубоко, более детально еще пойдем по тем нюансам. Да? Вот если, например, в дискуссии должна участвовать, ну, может участвовать женщина или дети, да, каким образом вот это вот этот вот нюанс? Вот это, когда я обращаюсь к казачьей традиции, ну, а многие казачьи традиции, как говорится, наполовину есть, наполовину нет. Когда я задаю вопрос, а почему женщин в круг казачьи не пускали? А что тут объяснять? Нам предки сказали, бабе в кругу не место, и точка. Простите, это не объяснение. Детей не пускают. Стариков, наиболее мудрых, почему в круг не пускают? Вернее, пускают их, они приходят в круг, садятся, высказывают свое мнение, потом благословляют круг и сами удаляются. Почему? Почему женщина в кругу не может сидеть? Ну, сразу вопрос. Если обсуждаются вопросы войны и мира, ну, женщину загружать этими вопросами недостойно. Бревна должны носить все-таки мужчины. Если женщина несет бревно, то это позор и оскорбление рядом стоящим мужчинам. Управление – это тоже жесточайшая мужская работа. Но вот если обсуждать межсемейные и внутрисемейные вопросы, как это без женщины? А почему ее в круг не пускают? Потому что женщина всегда завязана на детей. Она неразрывна со своим ребенком. Даже если ребенку 50 лет, все равно для женщины он младенец. И если он рядом отсутствует, общаемся мы на четырех уровнях – тело, разум, душа и дух. И вот если ребенок отсутствует рядом с женщиной, здесь присутствует ее тело, разум, душа и дух, там, где ребенок. Так должно быть. Так Отец Небесный, Творец, постановил, и не нам это менять. Но как сделать так, чтобы женщина сидела в кругу, и в то же время рядом были дети? Их невозможно посадить в круг. Долго объяснять. У меня-то отдельный проект есть. Я сегодня только скажу, в русской избе классической был красный угол с образами, с лавками вдоль стен. Напротив красного угла стоял круглый стол, а над столом, напротив красного угла, были палати, на которых лежа располагались дети. И тут же рядом была полочка, называлась «Голубец», там располагался старик. А был еще очеп. Это специальное поворотное устройство, которое длинная качающаяся жердь, на которой был подвешен, значит, была подвешена люлька с грудным младенцем. Его можно было поместить в любую точку избы, найти место, где ребенок спит. Женщина находила это место, помещала ребенка спящего сюда, сама садилась рядом, дети подросшие у нее были за спиной, над плечом на палатях лежа. Старик тоже располагался на палате, ну, рядом с палатами на голубце, и тогда образовался семейный круг. И тогда женщина полностью на теле, разуме, душе и духе была здесь в кругу, и тогда она полноценно принимала участие в круговом совещании.
Получается, вот старики, да, и дети, они не входят в общий круг, да, они как бы, получается, во втором круге в данном случае находятся. В данном случае они чуть выше сидящие в кругу, и таким образом они тоже, хотя физически они располагаются как бы немножко, ну, в отдалении, но поскольку у них лица-то выше сидящих, они тоже участники этого круга. Ну, то есть их число тоже, их тоже число должно соответствовать определенным вот правилам, да, вот эти вот 3, 5, 7, 9. Да, 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 да. Общее количество сидящих, значит, должно соответствовать. Но одна есть оговорочка. Если, условно говоря, где-то в лесу встретились двое, и надо собрать творческий круг, если у них взаимоисключающие точки зрения, то в нашей традиции что делают, прежде чем начинать дискуссию? Они с молитвы начинают. Да-да. И сам Отец Небесный, либо Спаситель, приходят к ним и садятся третьими. Вот в данном случае, если они начали с молитвы, то Отец Небесный виртуально присутствует тоже здесь. Если они в одной конфессии, то они молитву творят вместе. Если они в разных конфессиях, мы это, кстати, на своих тренингах применяем, при принятии сложных решений, когда страсти накаляются изначально, расходимся на разные концы поляны в соответствии с вероисповеданиями. Каждый творим молитву, призываем Отца Небесного на помощь. Бог един, дороги к Нему только разные. Потом сходимся в круг, и тогда, кстати, и четное число участников тоже может работать, если была молитва. Здесь незримо присутствует небесная сила. И когда решение принято, мы снова расходимся на разные концы поляны и творим благодарственную молитву за то, что Отец Небесный снизошел к нам и помог нам договориться. Вот таков механизм. Ну, вот тогда сейчас вот несколько вот таких вот правил я сейчас объединю в одно, да, чтобы я, потому что они, мне кажется, там, вот как бы там общая там тема такая. Вот, например, такое правило, что в начале заседания знакомство идет по кругу с обязательным озвучиванием, как зовут, кем является, кого представляет, что ожидает от данной встречи. Затем, значит, все три стартовых предложения изначальных, они неприемлемы для двух иных сторон. И конечная цель переговоров ни в коем случае не синтез взаимоисключающих предложений, но рождение принципиально нового. И стороны изначально должны быть готовы к отказу от первоначальных своих предложений ради объединения вокруг нового творческого, родившегося по кругу. Вот давайте вот это вот объединим, потому что время у нас уже мало остается. Ну вот, в данном случае всем надо явить, зачем пришел. И в этом смысле, как, типа то, что вы там, ладно, начинаете, а я потом догоню вас. Все познакомились, рассказали, для чего пришли. Потом кто-то приходит, он не представляется. А зачем он вообще пришел-то? Все должны четко и ясно выразить свое отношение. Для чего он пришел? Почему он свое драгоценное время потратил именно на это? Надо обязательно об этом сказать. Вот. Вот этот момент. И тогда является равенство. И причем на кругу говорят строго, поочередно, по салонь. То есть в северном полушарии идет по часовой стрелке, в южном полушарии идет против часовой стрелки. Это обсуждение. Это тоже принципиальный момент. Вот. И еще там несколько вопросов. Уточните, пожалуйста, вот на что, то, что вы объединили. Да, вот, три стартовых изначальных предложений неприемлемы для двух иных сторон. То есть, если, например, участники, да, вот, ну, их трое, да, мы начинаем и говорим про триалог,
Если их трое, то есть те вот есть проблема определенная, они начинают эту проблему обсуждать. Каждый уже озвучил, что он ожидает от этой встречи, и они начинают озвучивать, я так понимаю, какие-то свои предложения, правильно? То есть и для каждого это предложение, оно будет неприемлемо, получается. Да. Так и об этом речь. Об этом, только тонкий момент. Вот когда спорят двое взаимоисключающих точек зрения, то первый высказал свое мнение, второй высказал свое мнение. Слово переходит к первому. И он начинает критиковать мнение своего собеседника. Платон, да ты сам, ты уж совсем дурак. С точки зрения его другой ментальности, он предлагает совершенно неприемлемое. И начинает разбивать в пух и прах предложение второго. Потом второй берет слово, и он начинает в пух и прах разбивать предложение первого. И так они, как говорится, друг друга критикуют, и критикуют именно... Причем критикуют зачастую не то, что предложено, а свое понимание. Потому что то, что человек сказал, и то, что другой понял, тем более, если он другой ментальности, это совершенно разные вещи. И критик-то идет не позиции, а своего примитивного понимания. И все это кончается войной. Тонкость триалога в чем? Первый высказал мнение, второй высказал свое мнение. С точки зрения первого он сказал глупость. И он уже готовит, так сказать, зубодробительное разоблачение. Но по принципу общения в кругу надо слово дать третьему. Вот здесь мы остановимся, интересный. Сейчас ток-шоу огромное количество идет по телевизору. Там тоже, кстати, круги моделируются. Иногда даже круги соответствуют пятеркам, семеркам, девяткам. Но говорят все, когда захотят. Обращали внимание? По телевизору обратите внимание. Это не глупость. Это тщательно подготовленная провокация организаторов, которые хотят дискредитировать идею круга. Когда все говорят, когда хотят. Здесь же, если круг правильно организован, я подчеркиваю, первый заготовил зубодробительную фразу разоблачения в позиции второго, но ему слова-то не дается. Третий высказывается. Третий, с точки зрения первого, тоже говорит глупость. Но когда до первого доходит слово, дураками придется обозвать уже двоих. А это уже чисто физически опасно. И человек остерегается критиковать сразу двоих, разбивать их точку зрения. И он не критикует эти две точки зрения, а начинает усиливать позицию свою. И он говорит о своем. И таким образом идет несколько кругов, вот так вот. Каждый свое высказывает с большей и большей, как говорится, углублением. И происходит святая магия. Многие начинают видеть в своей позиции изъяны. Когда они ее несколько раз проговаривают, усиливают, и изъяны всплывают. И у всех троих возникает то самое смирение. Они пришли с железобетонной уверенностью в своей позиции, а в процессе триалога они сами увидели в своей позиции изъяны. И вот на этой-то почве к ним может прийти нечто четвертое. Вот именно, на строгой очередности выступлений приходит нечто четвертое. И тогда вот мы изначально говорили, что человек должен быть готов к отказу от своего предложения, которое он принес. Да, то есть получается, готовность получить отказ, это вот, скажем так, принципиально такое вот должно быть качество у человека. Если он не готов получить отказ, то в переговорах особо ждать какого-то результата положительного не стоит. Можно, если круг организуется грамотно, если все считают друг друга равными, и когда огонь есть, и когда вот это возмущение предложением соседа
выливается в темные эмоции сгорают в огне. И человек углубляется в свою позицию. И, я подчеркиваю, он, входя в этот круг, он может железобетонно уверен быть в своей правоте. Ну, потому что, как говорится, ну, тысячу раз работал, всегда работало, как говорится, что тут рассматривать другие предложения. Так человек входит. Когда же идет дискуссия, он углубляется и углубляется все больше и больше в свое предложение, и он начинает видеть изъяны в своем же предложении. Впервые в жизни, может быть, он видит изъяны в своей железобетонной уверенности. Вот это самый святой момент. Смирение. Смирение перед новой открывшейся информацией. Ну вот здесь Георгий как раз пишет о том, что вот в тот момент, то, что вы говорили, и привыкание к неизвестному предложению соседа, когда он начинает свою тему, скажем так, проговаривать, искать слабые места, да, вот защиту какую-то выстраивать, и тогда уже тоже и привыкает к теме соседа, он же понимает, что его, скажем так, собеседник в триалоге, он будет тоже какие-то свои выстраивать защитные барьеры, да, какие-то тоже слабые места найдет и какие-то аргументы приведет. Не в защиту высказывается, а в углубление своей позиции. Это разные вещи. Защита своей позиции. Отойдите от меня, я прав, потому что я прав. А когда он видит сам, он ни разу не углублялся в свое мнение. А здесь вот в триологии он впервые заглянул и увидел недостатки своей позиции на фоне других. Вот это святая магия триолога. Но для этого, кстати, раз скажу, нужен огонь, в котором вот эти негативные эмоции, и тем более недовольство самим собой, оно должно сгореть в пламени свечи. Вот без свечи тяжело. Да-да-да, что-то вы хотели сказать. Да, вот в продолжение свечи, да, вот как раз, наверное, вот здесь одно из правил. Желательно всех участников ознакомить с теорией и практикой применения и последствия применения ключевых конфликтных слов. Вот что это такое? Да. Как это понимать? Что это такое? Вот, это слова. Но есть слова матерные. Мы их выносим за скобки, которые разрушительно действуют. А есть слова общеупотребительные. Люди даже не подозревают, что если это слово прозвучало, то в этом пространстве уже добиться, так сказать, принятия нового творческого решения практически невозможно. Одно из таких словечек, вообще-то я их стараюсь не декларировать, потому что согласно Ильенкову Эвальду, знание, данное без осмысления, хорошо работает исключительно в присутствии преподавателя. То есть, если я их просто прозвучу, ну так вот, ну, скажу, пока я здесь, оно работает. Я отключился, экран погас, и знание перестало работать. Это очень серьезный момент. Поэтому знание об этих ключевых конфликтных словах приходит в процессе игр. Вот стартовые игры, они позволяют выявить вот эти конфликтные слова. Надо обязательно поиграть. И в этом смысле онлайн-обучение 100% бессильно. Это возможно только в общем кругу офлайн, если говорить терминологией. Одно только словечко я скажу. Это слово «нет» в начале фразы. Если «нет» – это ответ на вопрос, конкретный человек задает вопрос, ему говорят «нет». Это констатация факта. Если «нет» в начале фразы, «нет, ты меня послушай». Часто говорим мы так. Словечко «нет» в начале фразы действует как перечеркивание ранее всего сказанного и, более того, перечеркивание самого собеседника. Собеседник чувствует себя обиженным, его ликвидировали словечком «нет». И все, что вы говорите после этого, человек уже не слышит. Он отключает восприятие свое. Он вас перестает слышать. Он просто сидит и ждет, когда у вас перестанут шевелиться губы.
и начинает говорить о своем. А если он тоже начинает со словечка «нет», ну, здесь, как говорится, процесс-то и пошел. То есть, если брякнулось словечко «нет», кроме шуток, вот тот, кто заметил первым, от кого оно брякнулось, неважно от кого, от себя, либо от собеседника, ловить человека, «а, ты слово «нет» сказал», это уже после этого вообще вся дружба врозь. Тот, кто заметил, что словечко «нет» брякнулось, аккуратно переводит разговор на погоду, на музыку и договаривается встретиться завтра, кроме шуток. Если на завтра откладывать невозможно, потому что срочный вопрос, объявляется перерыв, кофе-брейк, физкульт-пауза, помещение проветривается в самом прямом и переносном смысле, садятся снова и начинают с чистого листа беседу. Поверьте мне. И это гораздо быстрее, нежели 25 раз разругаться, подраться, потом помириться, и потом снова сесть за стол. Ну и должна, получается, соблюдаться очередность высказываний. Вот как вы уже говорили, строго по кругу. То есть все по часовой стрелке, да, каждый должен высказаться все равно. Да. И любая реплика, даже одобрительная, полностью перечеркивает все сказанное. Если вы хотите, чтобы вашего собеседника кто-то не услышал, бывают такие, что приходят профессиональные разрушители в этот же самый круг. Вот кто-то что-то высказывает, и кто-то вдруг, да-да, я точно так же всегда и думал. Казалось бы, поддерживающая реплика, она полностью перечеркивает. И спроси потом других собеседников, вы вот слышали об этом? Он скажет, нет, я не слышал. Стирается репликой все сказанное. И передача слова идет даже легким касанием соседа. Не обязательно 4 минуты высказываться, можно сказать за 3 секунды, если слово дошло. Сказал, легонько левой рукой коснулся плеча соседа, передал слово. После этого говорит, на кругу всегда говорит один человек. Это принципиально. Я подчеркиваю, что из этих мелочей создает, как раз создается творческое поле. Да, а вот такое правило, вот во время выступления при правиле 4 минут критики позиции собеседников уделяется не более минуты в начале доклада и не менее 3 минут в конце выступления на усиление своей позиции. Да, именно вот это вот и будет тогда вот это. Это критерий устойчивости. Наличие четвертушки никак не влияет на целостность системы. Это критерий устойчивости сложно организованных систем. Я на радиофаке его изучал, слава богу, сейчас применяю при своих исследованиях. Человек не может быть идеальным. У него могут быть недостатки. Но если эти недостатки не выходят за пределы четвертушки его сущности, его всех поступков, мы, ну, как говорится, смиряемся, спокойно это воспринимаем. Мы ведь тоже не идеальны. Но вот следить за устойчивостью необходимо. Если человек выходит за пределы устойчивости, он начинает разрушать себя и окружающих. И вот именно если очень сильно хочется покритиковать во время дискуссии, то как раз четверть своего выступления должно быть посвящено критике позиции собеседника, а 3/4 посвящено позиции своей. Не просто так. Бред это все. Да у тебя это не работает. А надо рассказать, как это работает у вас. Понимаете? Вот это принципиальный момент. Ну, то есть, критика получается, если вот оппонент критикует, говорит, не работает, он обязательно должен рассказать, как он видит, как это работает. Да? То есть, разумеется.
разумеется. Когда вот так вот в комментах вот, выступление, ну, оно спорно, неоднозначно, но это человек высказал свое мнение. И в комментах. Да почти все это болтовня. Ну, извините, это в лучшем случае человек не ведает, что творит. В худшем это профессиональное разрушение докладчика. А вот смотрите, такое правило. Во время раунда каждая из сторон имеет право один раз попросить минутную паузу для обдумывания ситуации в полной тишине. Вот раунд имеется в виду вот этот вот круг. Все прошли, да. Участники, то есть даже не дошли до конца, да, какой-то из участников он почувствовал, грубо говоря, усталость или да, он не может рассуждать, он может попросить перерыв? Да, в данном случае, вот там вот в том перечне это явно не высказано, вот я понял, что вот это мой тоже изъян, еще 26-е надо правило провести, что вот это, вот эту паузу, там же сказано, что ну, кругов должно быть 3-4, как минимум, для обсуждения. Да, каждый следующее, должен... да, следующее правило после трех максимум. Так вот, речь идет о том, что... Да-да-да, так вот, паузу нельзя попросить на первом кругу. На первом кругу должны высказаться все. А паузу можно уже попросить на третьем, на втором, третьем, четвертом кругу. То есть именно... Пауза просит человек, когда до него доходит слово. Это принципиально. Тоже вот, кстати, спасибо, придется добавлять вот это тоже. Потому что не просто так, вот как говорится, кто-то сидел и говорит, я прошу паузу. Этим самым он может опустить того человека, который либо говорил, либо готовится сказать. Вначале должны высказаться все, хотя бы один раз. А после этого уже можно говорить о какой-то паузе. И именно паузу просит человек, до которого дошло слово. Понимаете, о чем речь идет? Да. Минут. Это ему просто, вот сейчас, прежде чем говорить, надо что-то обдумать. И тогда он просит паузу. И начинает свою четырехминутку после того, как вот испрошенная пауза истекла. Человек в полной тишине, я подчеркиваю. Никаких реплик и никаких движений не должно быть. Вот человеку надо полностью уйти в себя, чтобы отсутствовали внешние раздражители, потому что для него в этот момент может быть какой-то мучительный выбор. Может быть, как раз тот самый момент, когда человек увидел изъяны в своей позиции, ему надо обдумать это все, прежде чем признать изъяны. Это ведь очень тяжелое. И нередко, когда еще человек не просто за себя говорит, а когда уже за какую-то общность он отвечает, ему надо мысленно посоветоваться со своими соратниками, которые его сюда делегировали. Вот для чего эта пауза дается. Ну, это вот как раз относится к правилу, что во время перерыва стороны воздерживаются от общения друг с другом и обдумывают услышанное, правильно? Да, вот это принципиально. Тоже принципиально. Пауза для того, чтобы люди нашли себя, продышались. Есть некие физиологические потребности, но наедине с собой. Никаких обсуждений, никаких реплик, тем более громких. Перерыв предоставляется каждому лично, и он наедине с собой ищет себя. Мы как говорим, перерыв дается для того, чтобы найти себя полностью. Во всех своих отношениях, на уровне тела, разума, души и духа. Вот это вот можно, минутная... в крайнем случае, уединившись где-нибудь, позвонить своему товарищу для уточнения позиции. Но пользование сотовыми телефонами – это отдельная тема.
Вот она у нас недавно появилась, это правило. Сотовый телефон – дело интимное. Никто не должен видеть, как вы им пользуетесь. Тем более слышать. Уйдите за угол, уединитесь, решите проблемы взаимоотношений с внешним миром и спрячьте. Сотовый телефон – интимная вещь. Кому попало, его показывать нельзя. Вот такое правило мы предлагаем ввести. И огромное количество проблем, которые рождают сотовые телефоны, отпадают сами собой. Да-да. Вот смотрите, минутная пауза, да, она дается вот реально просто минута, или она какая-то, она просто такое вот условное название минутная пауза? Ну, минута это просто, ну, условно говоря, вот в правило же не просто так вот дать паузу, а на сколько? Вот минута. Если что-то такое серьезное, ну, может быть, даже и продляют эту минуту. Но, как правило, за минуту можно очень много обдумать. Если человек просит продлить минуту, он должен обосновать это. Не просто так, а мне мало минуты. Объясни, почему. Объясни, почему. Тогда что-то и будет. Если человек просто объявляет, мне надо посоветоваться со своими сослуживцами, ну это уже признание, тогда сослуживцы узнают об этом, не скажут, ну Господи, ну что ж ты нас позоришь-то, что ж ты такой тугодум, что же мы тебя-то послали, надеялись, что ты там оперативно будешь работать, а ты тут начал прятаться за наши спины. Интересно. Много. Минута – это очень много для того, чтобы обдумать свою позицию. А остальные участники вот за эту минуту, насколько как бы, ну, для них это необходимо? У них тоже есть шанс обдумать? Или они могут… Ну, то есть, они тоже могут воспользоваться этой минутой, чтобы обдумать свою позицию. Но там же есть правило, что не более одного раза человек может попросить эту минутную паузу. Один раз он может во время раунда попросить паузу, но не больше. Ну, в спорте же есть такие вот, в волейболе, в баскетболе. Тренер, вот когда команда проигрывает, начинает рассыпаться, он просит, ну, как говорится, паузу минутную. Но не больше трех раз за весь матч можно попросить минутную паузу. Ну и в это время другая-то сторона тоже пользуется этой минутной паузой, чтобы там тренер тоже что-то им подсказывает. Вот в волейболе это часто применяется, если интересно, посмотрите вот волейбольные баталии. Вот. Угу. Мы ничего нового не придумали, это известное дело. Угу. Еще одно правило, да, самоудаление или уход, да, из переговоров ранее достижения совместного итогового решения недопустимо. Ну, то есть вы уже так чуть-чуть вот затронули эту тему, ну вот еще раз на этом правиле задержимся. Значит, это прием разрушительный. Если человек прерывает дискуссию и уходит, не достигнув консенсуса, это означает, что он пришел сюда для того, чтобы разрушить круг. Этим самым он открывает свое вражеское лицо. То есть это часто надо... люди сами не осознают этого. Просто вражьи силы, зная характер человека, посылают его сюда для того, чтобы он разрушил. В игротехнике это называется слепой игротехник. Когда человека не посвящает в замысел разрушения, а просто посылает туда его, и он в силу своего склочного характера все разрушает. А деньги за это получает кукловод. Это самая черная игротехника. Она тоже часто имеет место быть. И когда люди знают вот эти правила, они четко и ясно вычисляют вот такого разрушителя сразу же. Опаздывает.
Потом по-английски уходит, не прощаясь. По крайней мере, итогом этой дискуссии является выявление врага, как минимум. Ну, это для знающего человека, да, конечно, выявить врага как раз таким образом и можно, зная вот эти правила. Да. А вот когда незнающие собираются в круг, ну, ушел, ну и бог с ним. И продолжают совещание. Ведь что получается? Люди собрались пятеркой, а кто-то приходит и говорит, а мне это тоже тема интересная, а можно я приду? Люди не знают этих закономерностей, говорят, ну приходи, он садится шестым. И шестерка делится пополам, трое на трое, начинается диалог. Он ничего не говорит, он просто присутствует и гарантирует отрицательный результат совещания. Либо его приглашают пятым. Он сидит минут 15 и говорит, ой, вы знаете, мне это не интересно, а можно я уйду? Люди, не понимая этой сущности, разрешают ему уйти. Остаются вчетвером, итог какой? То же самое. Так вот, я подчеркиваю, это может быть осознанным, а может быть и неосознанным. Люди ходят вот на конференции по этим, ну, по секционным заседаниям, вот это прямо на всех конференциях и форумах. Люди разошлись, секция работает полтора часа, допустим, десяток секций. Кто-то ходит, приходит, три минуты слушает, уходит, заходит следующий. Потом говорит, я побывал на всех секциях, ни на одной секции ничего хорошего не было. Встречали таких? Каждый день мы встречаем. Ну вот, вот эти вещи надо просто знать и с этим работать. Нельзя прощать разрушение. Вот это принципиально. Ну вот это завершение такого вот правила, да, число раундов до достижения результата. Да. То есть количество раундов до достижения результата. Если результат не достигнут, значит, если время вышло, значит, завтра будем продолжать. То есть берем перерыв и продолжаем еще раз, с теми же, соблюдая все те же самые условия, точно так же, как, вот, как мы о чем говорили, вот, все то же самое должно быть. Да, и количественный и качественный состав не меняем. Четко и ясно. Те же самые люди в том же самом составе на следующий день собрались. И тогда мы найдем. Тогда мы найдем какой-то творческий вариант решения. Если даже сам зал заседаний готовится с нарушением вот этих вот самых принципов, о которых мы только что говорили, это означает, что организаторы этой встречи либо не ведают, что творят, либо заранее гарантируют отрицательный результат. Более того, добиваются отрицательного результата переговоров. В международной дипломатии это сплошь и рядом наблюдается. Завтра две противоборствующие стороны соберутся вот в этом зале, в интернете, фотография. Я смотрю на фотографию и вижу, что в этом зале решение найдено не будет. Этот зал подготовлен специально для того, чтобы стороны не нашли решение обсуждаемого вопроса. Ну, например, стол квадратный. Это уже сразу автоматически приводит к тому, что уже вопрос не будет решен. Вопрос не будет решен. Да-да, вопрос не будет решен. Овальный стол тоже не будет решен. Все, это вот, понимаете, вообще, в принципе, 25 требований, вообще по критерию устойчивости надо, ну, надо, чтобы три четверти хотя бы, ну, так сказать, этих условий соблюдалось. Тогда есть вариант, есть шанс получить решение. Но по поводу вот квадратного и круглого стола здесь однозначно все. Если садят за круглый стол, за квадратный стол, все,
Это либо человек не ведает, что творит, либо заранее готовит отрицательное решение. То есть имеется в виду непринятие общего решения. Ну вот, очень-очень интересные такие правила и требования. И вот для наших зрителей как раз я повторю, что сегодня мы беседовали с Геннадием Семеновичем Чиуриным на тему как раз секреты успешного триалога. И я благодарю вас, Геннадий Семенович, за вот за такой интересный подробный рассказ. Я надеюсь, что наши зрители тоже вот это посмотрят и будут применять в своей жизни, не только, скажем так, в бизнесе и так далее, а также и в личных делах. Вот, и еще раз вас благодарю. Благодарю наших зрителей за участие в эфире, за то, что смотрели, делились нашими трансляциями, писали свои комментарии. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Все во славу Божию. Спасибо за то, что вы уделили время нам. До свидания.